Между ними была не любовь, но они были близки. Они ныряли вместе меньше 2 лет, но он, казалось, привык к такой жизни. Когда не мог уснуть глубокой ночью, он думал о Цуишань. Проснулся? Он думал о хороших днях с ней. Для него Цуишань была незаменима. Как он сказал, она была его первой любовью и последней. Давай ты, иди в воду. Быстрее. Жить надоело? Да как ты посмел ударить меня? Давай, иди сюда. Жить надоело? Быстрее! Внутрь!
У вас ничего нет в рыболовной сети. Где Ласт? А ты наглая. Смеешь терять инструменты. Никакой сегодня еды. И с завтрашнего дня будешь креветки чистить. Она не специально. И что? Это правило. Я не знаю правил. Выбери сторону. Мы так пришли? Да? Я так не думаю.
Ашуй оставила единственный спасательный круг ёжику. Он вернулся в Баян спустя много лет и обнаружил, что все давно изменилось. Я живу в школьном общежитии. Ты можешь прийти ко мне. Он обнаружил, что никогда не сможет вернуться в общество. Он почувствовал, что этот живой город и бушующие толпы для него ничем не отличаются от острова. Он сказал, что наконец нашел свое место. Это было место под названием «Берег реки Неон». Он часто нырял в реку. Он сказал, что река была глубокой, как море. Он мог убежать от мира, чтобы восстановить свой внутренний покой. Однако его жизнь не была мирной. Ашуй вышла замуж. Ёжик не хотел ее беспокоить, но Ашуй не забыла его. Поэтому она согласилась нырять в реку Неон каждую среду, чтобы вспоминать свою любовь. А потом? Это все? Я имею в виду, после этого они больше не встречались? Я не знаю. Мой друг не рассказал эту историю. Я поняла. Что? Я знаю, как помочь вашему другу. Правда?
Пятница. Завтра пятница. Потом суббота. 3 августа, суббота. Собираешься сделать мне предложение? Угадала. Лу, посмотри на себя. Такой неряшливый. Не забывай бриться. Что с тобой? Следуешь за мной? Мы считаем тебя одной из нас. Хотя то у нас всего несколько дней. Как член уголовного розыска, мы товарищи в одном окопе. Что самое главное между товарищами? Взаимное доверие. В последние дни ты немного не в себе. Кажется, ты хочешь мне что-то сказать, но не можешь. Ты что-то задумала, верно? Здесь никого. Скажи все, что хочешь. Я убила Дяни Жань. Итун, садись. Я пришла попросить кое о чем. Говори. Мы начали расследование Чен Лидюнь, но она весьма неуступчива. Она твоя одноклассница? Я думала, если ты сможешь связаться с ней, возможно, она будет сотрудничать с нами. Понимаю. Ты хочешь, чтобы я связалась с ней, верно? Я знаю, что это не твои обязанности.
Я тоже полицейский, хотя и судмедэксперт. Мы работаем в одном месте. Спасибо. Не за что. Я дам знать, если что будет. Если бы я не пошла к ней в тот день и не попросила бы ее помочь мне, возможно, она бы не умерла. Все это время я искала возможность рассказать вам. Но я не знала, как это сделать. Она была любовью всей вашей жизни. Но из-за меня... Капитан, я так спешила. И стремилась к успеху. Меня только перевели в отдел уголовного розыска. Я отчаянно пыталась проявить себя. Накажите меня. Это моя вина. Простите. Это я убила ее. Женщину, которую вы любили 10 лет. Я был Сижань 10 лет. Я знаю ее лучше всех. Если бы ты не просила ее, она бы все равно поговорила с Чен Лидзюнь. Она была такой. Если бы время можно было повернуть вспять, она бы вскочила и боролась с ценой своей жизни. Она была той, кто выглядел обходительно, но на самом деле была сильной и напористой. Она была крепким орешком. Следовательно, нет необходимости винить в этом себя. Это не твоя вина. Фан Итун, ты должна и можешь это сделать. Ты должна сосредоточиться. Арестуй водного призрака, чтобы Ежань не погибла напрасно. Ты в порядке? Я сняла арендную плату и перевела на твою карту. Я начала нормальную жизнь. А также надеюсь, что ты тоже будешь жить нормально. Я покинул Чен Групп и развелся с Чен Лидзюнь. Я пригласил тебя, чтобы извиниться перед тобой лично. Во всем моя вина. Я надеюсь, мы сможем по-прежнему дружить. Нет. Мы больше никогда не встретимся. Я пришла тебе сказать кое-что. Не обманывай никого. Ради любви. Сдайся.
世界。